Так, а мы сегодня поедем в Мыски. Там магазин такой есть интересный. И глянуть надо на вокзал, на наш железнодорожный. Вы представляете, он второй год на ремонте, и у него переднюю стенку, вот этот фасад, сделали из материала. И там на нем нарисовали окна, двери, все как и должно быть в настоящем вокзале. И даже написали «вокзал». И даже там, где у крыши, там окно слуховое, как называется, даже его там нарисовали. Вот, ветром его оторвало, этого материала. Но там такая позоруха. Ой-ой-ой. Мы тогда ехали, смотрели. Ну, вообще, чудеса. Просто чудеса. Так, ну ладно. В общем, попробуем прям с этого самого. С автобуса, с окна показать это дело. Так, у нас тут вот сделано так вот, стой, написано стой. Вот. А иди, ну ладно, раз сказали, написали, что иди, и тут пропищали, значит пойдем. 8 градусов минуса, не жарко, 9 часов. А все нарисовано. Вся передняя стена. Ну, видишь как? Следующая остановка — гаражи. Ну, сообразят же такое. Даже написали вокзал. Ой. А ты представляешь, сколько это стоит, вот это вот? Вывеска такая. Чтобы нарисовать, да? Чтобы нарисовать, и материалы сколько. Это ж 1 000 000, наверное, стоит. Ой, о, куда деньги зря уходят. Мысковские ряды. Фирменный отдел молочный продукт Алтая. Так, а мы вот в этом магазинчике берем все время. Нам здесь нравится. Можешь полторашку взять для Наташки. А, для Наташки? Нет. Ну ладно, возьми. Так, я 3 литра буду брать. Молоко хорошее. Только скорее бы у вас сыр да творог появился бы. Попозже. Еще тогда полторашку налить. Распродажа одежды и обуви. Понял, как? Распродажа. Вот так ты зашел в магазин, например, а там товар всякий. Ты говоришь, мне надо. Они говорят, а мы это не продаем. Нет, может такое быть? Распродажи нет. У нас распродажи нет. О, электроинструменты. Все, зайдем еще. Так, а, о, 100 мелочей. А у нас магазин 1000 мелочей есть. Зайдем в 100 мелочей. Все, все есть. Написано 100 мелочей, на самом деле 1000 мелочей. Что за колесо? От, как бы открывается. Ну, я не знаю. От чего на такое колесо? Набор инструментов. Это не колесо, это инструменты там, да? Да, набор инструментов. Интересно. Здорово. Так, а тут у них что, семена? Ага, семена всякие. Ну, красиво, как все тут здорово у них. И малябои, панели, плинтуса. Так, ну нам там не надо ничего. Ну что, Анатолий, решил, что тебе надо тут? Пошли, пошли, чему? Ничего не надо? Да, ничего не надо. Жалко. Жалко, что тебе ничего тут не надо. Масло есть. Так, ну ладно, пойдем тогда дальше. Магазин «Купец». Так, мебель, кухни, стенки. Все, что хочешь. Так, так это, слушай, у нас по времени что, на вокзал мы можем? На автовокзал. Ну. Моя говорила, ты, говорит, беляш там купи у них. Как будто у нас их нету, беляшей. Ладно, пойдем, наверное.
на автовокзал. Там сядем. Да, там в другую сторону поедем. Любимое пиво. Любимый продовольственный магазин. Ух, все любимое. Анатолий, у тебя любимое пиво есть, а? Нету? А у меня тоже нету. Я его не люблю никакое. Бристоль магазин, сеть магазинов у дома. Ух, пресса, мороженое. Отсюда букву С видишь? Отсюда? Да. Нет. Я вторую строчку. Я третью снизу. Строчку вижу снизу. А я вторую вижу. Ну ты молодец. Молодец. Ну, эту я вижу, сам нижнюю, но плохо. А вторую отсюда нормально. Соседний город, ехать сюда далеко. Это 30 минут на автобусе, бесплатно. Вот, вот мы и приехали. Вот это у нас тут площадь, ихняя площадь Ленина. Вон он, дедушка Ленин там стоит. Вот. А мы сейчас в магазин зашли, в электротовары, посмотрели. Так, а, вот тут что, тут у них храм, вон что. Да, в храм мы еще не заходили. Но зайдем мы на обратном пути. Так, а сейчас ты что говоришь, в магазин ежик зайдем? А где он, ты ежик-то увидел? Да, вон ежик написано. Продукты. А, продукты ежик. Да. А, во. Сельдь, печенье, ух ты. Во. Так, а что нам там надо в нем? Не знаю. Но мы зайдем, потому что вход красивый. Вот магазин ежик, красивый-красивый ежик. А в нашем городе ежика нету магазина. Мы из Междуреченска. Нам просто любопытно тут пошариться по магазинам. Вот, нам тут предлагают все, что хочешь. Но мы что-нибудь, может, возьмем. Да, хлеба почему-то нету. Ну, конечно, на кого же, конечно, за него. Так, это площадь Ленина. Кто первый пошел, на котором мы должны приехать. Да, вот это вот площадь Ленина. Сейчас мы на этого дедушку посмотрим. Как помнишь стихотворение? Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич. Дедушка Ленин, мы подрастем, красное знамя в руках понесем. Помнишь такое стихотворение? Нет, не помню. Вот, вот он, родимый. Строительно-отделочные материалы, мастер. Зашли мы в магазин, все тут есть, все, что хочешь. Вот. Продавцы приветливые. Тут вот крепеж всякий есть у них. Так, а чего же я-то хотел? А у вас ацетон есть, нет? Да, есть. Тогда надо одну бутылку. А дихлоретан у вас нету, конечно. Есть. А? Есть. Есть? Угу. Ой, богато, как вы живете. И дихлоретану надо бутылку. И ацетон один, да? Она, наверное, маленькая бутылочка. И ацетону. Дихлоретан, бутылка. А у меня большая была бутылка такая. Прям такая вот, знаешь... Большое. Так, а тут как что, клей, мастер. Вот. Зачем вы снимаете? Интересно, мы с Междуреченска тут вот показать, как у вас тут все есть. У вас тут все есть. Не надо снимать. У нас меньше. И у вас вот кот он какой красивый. Как же не это? Надо, надо. Посмотрят, скажут, о, куда мы пойдем-то. Вот, все тут. Так, ну ладно, сейчас мы клей возьмем этот. Так, а ты что хочешь взять? Это на таблетки там батарейки. Да. Калина, малина, фермерские продукты. Зашли, ну чего там только нету. Ну, похоже, что они не любят, когда их снимают.
вот это. И все, вот тут сразу готовят все, варят, парят и прочее. И по заказу, и пожалуйста. Вот. Ну, прямо там такой запах, аж давишься свинями. Так, все для рыбалки. Недорого. Недорого. Тут вот по 10 рублей двойники. По 10 рублей. А ты мух вяжешь сам или... Мухи-то... Да я вяжу, но они какие-то у меня, знаешь, такие получаются не очень хорошие. Поэтому купить бы хорошие, но сколько тут у них стоит? Давай посмотрим. Какие, верховые, донные надо? А, верховые? Верховые здесь. Вот. Верховые. Самая дешевая 25, самая дорогая там, по-моему, 115, что ли. От Черной речки. Вот эти вот, смотри, видишь, вот эти вот. Вот они вот хорошие дают. Такие вот 35. Зеленые или желтые? Вот с красной вот эти вот. С красной? Да, это самые такие. Хайрос любит такое. Вот. Будешь брать что-нибудь, нет? На балду не делать. Ну я сам-то Хайрос не поймаю, мне надо что-то с кем-то. Кого наживку, вот и вот она тебе и наживка будет. Ничего тут не надо. Бери, бери. 5 штучек возьми. Красных? Да, вот этих вот. Ну, лучше разных. И красных всяких, чтобы вдруг в данный момент красный не захотит харис жрать. А у вас капканы бывают? Нет? Нет, капканов не бывает у нас. Мушки какие? Вот, смотри, видишь, какие? И мошки разные. Сегодня она на красный, завтра будет на белый. Ну, видишь? А я бы не знал. Ну, вот. Это что только... Это донка? На донку. Ага. Так. Так, что еще тут есть? У них интересное такое. Так, значит, рюкзаки, палатки, лыжи. Меня охотник. Не снимайте. А я вас не снимаю. Магазин снимайте, меня нет, я не разрешаю. А, ну... Мы потом посмотрим, потом товарищи поглядят, скажут, о, и нам это надо, и прибегут к ваш магазин. Хорошо будет так. Вот, а так и будет, да. Говорю, магазин снимать мне не вот. А вон удочек сколько, всяких-всяких. Так, ну вот, цены какие, все понятно. Вот. Иди сюда, смотри. Вот так, вот. Что ты там увидел? Так, ой, вот поплавки, да поплавки. Ты понял? Ты ловил вот на каких? На какие? Ну, на бекарасов похоже. Это на это самое, на тирольку такие. Ну, на тирольку. Вот. На тирольку. Само то. Так что вот, можешь. Тиролька, она уловистей, но дело в том, что она цепляется и обрывается. И потом жалко становится. А вот это на еде ловил? Конечно. Это сильно уж они мелкие, маленькие. Ну, рыба жареная, мелкие будут есть. Блесна красивые, какие прям сам бы я такое съел бы, эту блесну. Ага. Вот, чтоб мошки вязать, столько у них ниток, ну всяких-всяких. А эти перья, он всякие там, он... Только все... меня не снимайте. А я вас не снимаю. Скажите, я отойду в сторону. Не, да. Вот. Вот там вот это вот, всякие там страусинные, и там каких только нету. У-у-у. Нет, они так сколько. А здесь вот этот вот станок, это для того, чтобы мошки-то руками не держать, а вязать можно было. Так, магазин «Поплавок». Анатолий здесь приобрел, покажи, похвались, что ты приобрел. Спиннинг. Сколько он? 3,70 длиной? Угу. Так, а сколько стоит? 3000 рублей. Ой, все, на нашем пути оказался последний магазин. Анатолий покупает обувь. Магазин называется «Смешные цены». Все-все здесь есть, ну все. А я вас не снимаю.
Вот. Что вы делаете? Богатый магазин. Так, ну что, по ноге? Ну все. Понял. Ага. А тут что, медведь сидит? И кого он там? Смотрит на кого? С пауком разговаривает. Это тоже из дерева целиком. Сквер, сказки. Сказки, шапкая какая-то. Ой. Разбит по инициативе Амана Гумировича Тулеева. О, понял. Да, да, смотри. Целиком из дерева выдолблено. Слушай, а мы в церковь еще не заходили. Пойдем сходим. Не пойдем. Храм иконы Божьей Матери Одигитрия. Ух ты. Памятник, камень из барельефов святой великомученицы Варвары, покровительницы горняцкого труда. Вот так вот. Так, а тут что? Вечная память погибшим. Жнякам, шахтеров, мысков много. Вклад нашего города в победу. 41-45 год. Вот. Вон имена. Сколько их. Так, и там еще с той стороны тоже. Так, а у них вечный огонь-то не горит что-то? Наверное, газа нету. Ну вот. Так. Куюков Михаил. Михаил. Кто там Михайлович Куюков? Да, много тут. И вот она вот у них вот такая вот церковь, или как собор, или храм, кто как хочет называет. А куполов сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь куполов. Это сколько дней в неделе, столько и куполов. О, тройка. И вот эти вот лампочки, это же включат это, что все светится. Красота! Обалдеть! Это у них городской центр культуры. Вот такой. Так, а там у них эстрада. Ну ничего. Так, до Междуреченска 20 километров, до Новокузнецка 37. Вот, ты представляешь, Анатолий, мы за молоком ездим 20 километров сюда. Да это, может, не так. Чего не а так? А что, до одного кузнеца 37 километров? Не, мне кажется, дальше туда уже. Нет, ну за молоком. Мы в соседний город ездим. А это потому, что мы бесплатно. Мы там были таблички до Новокузнецка 20 с чем-то километров. Может и правда. Может и правда, да. Они же не до самого Новокузнецка. Вот. А где это? Так что вот, бесплатно, если что, не ездить-то, да? Ну. Так, а там что? А там светофор. Монетка, магазин. Да, магазин монетка. Ну, у нас тоже их несколько монеток. А тут вот пройти, вон синяя крыша, видишь, вон там поворот. И там, там семафор какой-то, что ли? Светофор. Или магазин. Светофор. Ну, кредит для пенсионеров. Пойдем? Первый добрый банк. Придумай же, а. Так, ну ладно, пойдем-ка мы, наверное, на остановку. Пойдем. Мы не получается у нас на автостанцию, на автовокзал. Не, мы не успеем. Это нам надо пройти тут сколько. Вот, поэтому мы лучше тут. Если бы сразу пошли. Если бы сразу, а то мы там пока разглядывали, какие буковки видим, какую строчку. Вот время мы и потратили на это дело.
Ну ладно, что теперь? Он уже вышел. Он уже вышел, уже сюда идет. Ага.